Добро пожаловать, друзья мои. Это у нас Унтурунтед с Дашей и Брейном. Какой Унтурунтед? Они же Унтурн. Унтурн, друзья мои. Карта под названием Russia. Russia. И солнышко наконец-то наше. Наша. Давай посмотрим, что у нас. Вот огромная карта, она есть. Ее можно посмотреть на этом сервере. А, село 22. Это круто звучит. Волк Миль, Трибейс, Москва, вижу, Ширяева есть. Что угодно Святой есть. Святой Петербург, куда мы обязательно сходим, да? Так, Казань. Давай-ка, знаешь, куда? На ферму или, ну, его белую, ферму? Давай в Белую Кемп, Белая. Белая Кемп. Белая. Так нам, наверное, направо надо. Давай. Ты... Есть проблема, прости, что перебиваю тебя. Дело в том, что как-то странно работает. Есть прерывки такие, вот рывочки. Да, ребятки, рывочки. Если видите рывочки, прошу прощения. Не бейте нас по почкам, если видите рывочки, да? Просто потому тут какие-то... Это не первый сервер, на котором у нас такие глюки. Скорее всего, вот из-за того, что добавили новую карту, сейчас все на них играют. В общем, вот если, кстати, нажать на C, то куча разных эмоций будет. Давайте сделаем няшность. Что-то изменилось? Да! Машина! А, где? Уходим. Сюда. А, самолет, самолет. Самолет, да, летит самолет, точно. Можно точно помахать. Скажи мне, а как переключаться от первого, там, от второго лица? Аж. Ой. Спасибо. А, я робот! Я и забыл, что я такой няшный мистер робот. Я просто давай. Девочка. Давай, Дашулька, будем бежать. Слушай, я же одевала Дашуля. Другую футболку. Дашуля, привет. Привет, Дашуля. Давай, Дима, да, разговаривай. Я говорю, как мистер робот. Хорошо, так. Давай посмотрим. Карта очень большая, карту давно ждали. Интересно будет посмотреть, что это было, что пролетело над нами. Что-то пролетело. Слушай, а может нам не по дороге идти, или как ты хочешь именно по дорожке? Слушай, я снимала, главное, себя это все. Ну, мы ну, же хотим в белый. Ну, ты такая сексапильненькая, я бы тебе сказал. Так, мы хотим в белый, да? Так нам да, вот мы хотим туда. В белый. Тудашеньки нам давай. Надо. Давай, я за Дашенькой иду в Тудашеньки. В Тудашеньки? В Тудашеньки, да. Вообще, карта, в принципе, очень красиво смотрится. Конечно, особо на Russia не похоже, но как какая-нибудь Голландия, ты знаешь, вот больше. А, ну, понимаешь, а как тут тебя могут изобразить? В принципе, зеленые деревья, березки. Стоят березки. Знаешь, мне кажется, или тут солнце какое-то, знаешь, приглушен. Машина. Я знаю, я к ней иду. Я быстрее. Чего Локт. Заперто? Да. Черт. Обломчик. Ква-ква. Ну, я пошел. Давай. Так, это мы читаем комментарии. Там что пишут? Я вот смотрю, изучаю, что тут. Риппер 809 отключился. Насильник? Ама хасла. Стоять! Зомби. Слышно было микрофошин, да? Нет? Да! Что ты делаешь? Только что так, зомби, пошли выдраться. Боже, боже. А что у меня из инвентаря есть вообще? Ничего. Я же давно не заходил. Точно, вообще пустотой. Так, давай сначала перебьем, потом будем давай, лутать. Да, там очень много лута, кстати. Насколько он бежит к тебе, Дашуля. Ты свои... Так, нет, ты других, может, возьми. Хорошо, я пока полутаю, пойду вещи. Олежа, я попросила других я взять. Знаю, знаю, хорошо. Сейчас найду кого-нибудь, возьму. Вот тут двое. Иди сюда, дрянь ты такая. Ты уже сдох. Хуй хер ты делаешь? Падай, падла, падай, ублюдок. Че, из тебя выпало? Тут много, что ли? Потейта. Я заберу. Потейта забери, скушаешь. А я, вам, а мне кукуруза. Вам выдали 2,5 рубля за убийство зомби. Мне тоже дали. Я съел картошку. А я съела кукурузу. Тут дом забитый лотом. Так, а ты привет, знаешь, что уродец. В нашем организме зернышки кукурузы не до конца перевариваются? Да. Как у гребаных бегемотов, да? У них вообще да, не так. Знаю. Бегемот может выкакаться, а потом это есть. Но это без прикола, говорю. Приятного аппетита, кстати. Знаю, да. Приятного аппетита всем, кто любит кушать и смотреть. Но так ролики. У него устроено все, к сожалению. Я еще одну потейту нашла. Да, картофана здесь много. Такое впечатление, что это не Россия, а Беларусь какая-нибудь, да? Действительно, так. Яйца и картошка. Слушай, давай пожарим, а? Блин, я бы топтанула сейчас. Да, я бы тоже. Эх, что за несправедливость. Смотри, Дашуля, вот я такой хожу, я такой, типа, оп-оп. Я Дэрил Диксон, стоять. Тебе дать стрелу? Стоять, у меня есть, давай еще. На, еще тебе. Если стрелу. Ты хочешь быть моей подругой, дай мне стрелу. На. Все, спасибо. Я пошла дальше топтать. А меня кто забыл здесь? Так, давай смотреть, куда. Может, либо в Казань. Пошли в Казань. Пошли в Казань. Ты была куда? В Казани когда-нибудь? Я лично не был. Вот мы сейчас побываем. У нас прекрасная возможность изучить Казань. Да, ребят, кто хочет много путешествовать, вы можете... Ролик называется «Брейн и Даша едут в Казань». Сила. Слушай, а виды красивые, посмотри. Нет, карта очень красивая. Карта я когда первый раз зашла посмотреть просто, что здесь есть, ну, действительно очень так добротно поработали. Ты слышишь, как я натянул тетиву, точнее? Тетиву натянул. Тетиву. Так, аккуратно. У-у-у-у. Олежка натянул свою тетиву. Стоп. Что там у нас?
Смотри. Скажи мне, что там? Это новый сезон «Ходячих». Welcome to the Russia. Действительно, ходячие приехали, теперь у нас они будут Russia. А что ты разговариваешь вот так вот именно с ходячими? С ходячими? Ходячие мердовики. Ходячие. Что это там такое впереди? Что-то я не догоняю. Я не знаю, но мы идем в Казань. Вот мы сейчас перейдем... То есть через мостик Казань, получается, да? Да. Да. Представляешь, все города, вот в принципе, все страны были вот такими. Вот Россия размером с карту того самого. Тут стоят знаки дорожного движения, классно. Смотри, тут речка. Фига. Вот, слушай, красиво. Круто сделано, кстати, да? Нет, мне очень тоже классно. Нравится. Карта бомбезная, респект разработчику. На какой карте мы будем часто играть? Да. Я думаю, ни одной серии ограничится вообще изучением всех тайн, всех секретов, приколов. Да, потому что я так понимаю, что здесь будет очень много чего интересного. Очень. К нам какаха присоединился. А, какашка. Ты так радуешься, какаха? Нет, я просто какаха. Нет, не я какаха, в смысле, я просто какаха. Так, ты что-нибудь мы найдем сейчас или нет? Ты знаешь, хотелось бы найти какую-то постройку. Куда мы с тобой? Мы в Казань идем, да? Угу. Там, получается, лагерь в виде Казани. Так, я хочу свое кардио качнуть. Качни свое кардио. И у меня ничего больше не осталось. Давай, беги-беги, Дашуль. Беги, оп, Даша, оп, беги. Оп, беги, Дашуля, беги. Блин, оп. Помню, когда мы маленькие, я смотрел «Беги, Лола, беги», где она реально бежала весь фильм. Потом я так понял, что кто-то из EA Games вдохновился этой концепцией, этой идеей, и создали Mirror's Edge. Про прокуристов, которые тоже все время бегают, понимаешь? Ну, а ты как думал? Всегда берется идея откуда-то извне, потому что внутри есть создавать какую-нибудь свою концептуальную идею. Не уверен, что это правда, просто очень схожая идея. О, смотри, домик. Где? Вот, хочу. Справа, наверху. Ты думаешь, это Казань? Я думаю, что это Казань, наверное. Казань должна быть справа, а домик слева. В трейлере показывали, что тут же есть город Москва, именно вот как город. И там есть Кремль. Я не знаю, мавзолей, интересно, есть? Надо будет зайти посмотреть. Угу. Так, родной мой, пошли на порядок. Пошли, если ты видишь что-то... Вон там мельница еще слева, я вижу. Ну, тоже сходи туда, вот там вдалеке, вон там есть мельница. Не вижу. Может, и вижу, но не вижу. С моим зрением я вообще ничего не вижу. Все нормально, Шуль. Давай удачи. До свидания. Так, стопы. Вот это уже интересно. Так, смотрим. Смотри на наличие... Зомби вижу, значит, тут нет людей. Так, что это лежит? О, еще картофан. Либо кто-то прячется. Так, иди сюда, здесь стрела. Иду. Birch arrow. Так, тихо-тихо. Я думал, тут медведи добавят. Что, дверь открыта. Так, я захожу, Дашуля. Аккуратно. Я прикрою тебя, если что. Блин, придурок, нахуй! Ты что делаешь? Падла такая! Бей его, Дашулька! Бей. Бью! Бей, придурка! Перезаряжайся, падла! Убил? Да у меня убила! Он меня коцнул! Гнида ты такая подзаборная! Меня горит! Я взяла вещи! Молодец! Я убила его, по-моему? Да, я сейчас респавниться буду. Где ты будешь респавнить? Я вижу мельницу. Так, а ну давай сюда. Где я вообще? Я вижу тебя, ты в Казани. Так, а я тебе где? Далеко до меня? Далеко, далеко. Очень? Дальние, дальние стороны. Я не все вещи смогла взять. Далеко. Я уеду лечить свои раны. Так, у меня есть бензопила. Мандаринка класс отключился. Хорошо. Я думаю, что я сейчас умру, наверное. Так, Suicide. Подожди, а где ты? Suicide Squad. Я оказался далековато. То есть минут 7, 8, 10 надо было бежать до тебя. Хорошо. Учти, я не все взяла. Часть вещей пришлось оставить. О. Вот теперь я рядом. Тут вертолеты стоят. Я буду бежать к себе. Хорошо. Часть я нашел, смотри, тут, короче, люди дома построили, а на домах стоят вертолеты военные. Я понимаю. Там человек. Там какой-то человек. Ты что, или что мне делать? Не трогать его. Обходить, может, обходными путями. Я попробую, конечно. Не факт, что получится, но я буду пытаться. Я тебя уже вижу. Я тоже тебя вижу. Значит, мы в пределах. Я, кажется, чувствую аромат твоих духов. Каких именно? А может, этот медведя? Не знаю, я еще не решил. Ай! Меня убил! Кто? Профи! А, то есть тебя убили? Да! Блин. Сучка. Что же делать? И что делать, я, в принципе... Блин, далеко. Сука. Я легла. Ладно. Я лежу. Хорошо. Тихо. Так, где я оказался? Слушать. Где меня кинули? Блин, там же. Жопа, а? Так. Вам выдали 10 рублей за присутствие на сервере. Ого. Ой, Дашулька, придется нам бежать. А ты где далеко? Да, Nordvik Farm. Видишь справа там? А, вижу. Вот. Но это долго, я не знаю. Могу умереть, конечно, еще раз. Давай, ну, попробуем. Можешь
попробовать. Тебе просто жалко. Как ты его там добила? Ты такая умница. Я не знаю. Может, это он сам от кровотечения умер? Я все время в Нордвике. Ну, значит, есть, бежим. Мне придется бежать, да. Заодно ты покажешь какую-то часть, какую-то я покажу. Давай действительно покажем. Я тут. Я надеюсь, что меня не убьют, потому что у меня очень много лута. Да прям вообще-вообще много лута. Я забита полностью, я же тебе говорю, я не все смогла взять. Кому помочь с рейдом, пишут. Профи пишет. Зачем убил меня, если помогать хотел? Ты гадина. Тебя просто... Он думал, что ты фейк. Ну что, он думал, что я просто пытаюсь выжить? Да, ты просто пытался выжить. Я просто пытался выжить. Что ты это? Бежишь? Да, пытаюсь. Хочешь не лутать, пожалуйста, а просто ко мне бежать, могу, пожалуйста. Могу, я тебе много чего выдам. Да, хорошо. Если ты мне просто сейчас поможешь. Хорошо. В противном случае я умру, и весь лут достанется. Блин, там тело наверху, и, по-моему, оно не очень доброжелательно настроено. А ты можешь обойти это наверху? Могу. Нет, он сверху просто... Бля, он стреляет! Шуляют, меня стреляют! Меня убивают! Я бегу в поле. Бля... Ну меня стреляют, я не виноват в этом. Вон он на горе стоит. Да иди ты в задницу! У меня есть коса. Герологир, ублюдок! Да не стреляй же ты, мать твою! Чтоб ты был здоров, твою мать. Убил? Не стреляй, нет! Ну еще нет, 53% у меня. Крикни ему! Не стреляй меня! Надеюсь, ты что понял. Очень добро так крикнул. На что мне ему «Don't shoot, bitch!» кричать? Ну, еще раз повежливее, например. Пожалуйста, вы уважаемый молодой человек, не стреляйте в меня. Я несу добро и позитив на ваш сервер. Так? Да, вот так лучше. Ты сказал ему это, надеюсь? Нет, это я тебе сказал. Можно было не мне, а ему! Он посмотрел на воду и ушел. А, ушел? Уйди, не знаю, может, он за мной захочет пойти. Я вообще туда иду? Да. Можешь ко мне идти как-то? Да я к тебе иду. По-моему, ты топчешься просто на месте. Неправдочка. Правдочка? Неправдочка. Так, я хочу косу выбросить. Нафиг она мне сдалась. Плюс в том, что я еще в настройках поставил усиление микрофона, то есть кто будет говорить, я услышу. Ага. Даже если какой-нибудь школьник пукнет на другом континенте, я услышу это, понимаешь? Понимаешь, у меня нет патронов. У меня есть 2 пистолета. Нашли, ты не сможешь выжить. У меня есть ты бензопила. Ты сможешь с этим выжить. Так, я вижу еще один мост, а нас разделяет всего лишь один мосточек, Дашуль. И не мы может снова такого с тобой быть. Будем вместе. Не может такого быть, просто потому что я не вижу твой ник на карте. Ну, это печалька. Ладно, я бегу. Ты знаешь, надо всегда... Ты играешь на карте Russia. Давай будем пытаться быть дипломатичными. Я буду общаться с людьми в надежде, что они тоже хотят поговорить со мной. Подожди, а этот товарищ хоть не в мою сторону побежал? Я не знаю. Я надеюсь, что нет. Беги просто по прямой. Я просто бегу по прямой между островами. Ями-ями-ями, я лавирую между островами. Так. Мы сейчас на одном острове, да? Да. Сейчас увидимся, да. Я ж бегу. Быстрее, давай, я боюсь. Бежал Олежка навстречу Дашульке. Он как он тележка. Он наступил в какие-то кокульки. Походу, Даша очень рада видеть меня. На-на-на-на-на-на-на-на. Леша, ау. Знаешь, что будет, если я сейчас бензопилу включу? Ой! Опять здорово, кто-то? Чувак, не трогай меня, пожалуйста. Я надеюсь, что он меня услышал. Я устал уже умирать на этом сервере. Не, братишка, не надо. Будь человеком, я не бегу. Убивай. Пожалуйста. Офигеть, чел, ты же бандит, офигеть. О, неужто узнал? Вот хорошо, значит, узнал? Убивать не будешь. Офигеть! Все? Пошли, супер? Пошли погуляй вместе. Ты... Чел, это брендит, он говорит. Как тебе новая карта? Ты себе друга нашел. Офигенно. Может, я останусь? Вот это повезло. Вот это не повезло. Стрелять, не стрелять. Вон там Даша, вот тут это дождик начался. Да. Не стрелять, не стрелять. Так, из часы. О, знаете, кто-то еще появился. Здорово, чувак. Здравствуйте. Здравствуйте! Это брендит, вы не понимаете, это брендит. Нет, подожди, мы это прекрасно понимаем, мы просто зашли посмотреть новую карту. Дождик идет. Да, я вижу. А я ведь сначала не поверил, что ты зашел на этот сервер, офигеть. Ну, классно же. Значит, не зря зашли. Не зря зашли. Что расскажете про карту? Что интересного тут есть? Все, я тебя этот, за... Что он меня? Короче, забей. Что он меня сделал? Что? Так, тебе давать? Да, давай. А как мне тебе дать? Никак, мне за тобой буду бежать. Ладно, братишки, побежали. О, круто. Кто дерется?
Не надо. Так, не ну надо что? Боковать. Побежали. Давай будем решать, куда нам идти. Ари. Что, Ари? Может, в Москву нам? Давай в Москву. Давай пойдем на Москву с тобой. Давай. Хоть посмотрим в этой серии, где она. Так, подожди-ка. А где мостик? Мост где-то. Слушай, дождь, я что-то не помню, вон Турунт, где дождей-то. По-моему, меняли погодные условия. Слушай, по-моему, вот туда мост. Давай. Там какая-то вышка, я не знаю, я бы тебе хотела лут передать. Я понял, это хорошая затея, но пока за нами ребята, я не могу этого сделать. Да, то они решат, что у меня очень много лута. Хотя у меня действительно много лута. Нет, я с удовольствием поделилась бы, зная, что нас не убьют. Попробуй поднять лицо вверх, открыть ротик и ловить капельки. Это же прекрасно. По-моему, у чувака есть оружие. И у меня есть ножи, топоры. Хочешь, я тебе нужда? Арбалетец, давай. Я твой потеряла, к сожалению. На. Я успею его взять? Где? Вот. Не вижу. Не взял? Нет. Ну, скорее всего, под мост провалился. Ну давай я тебе топор дам. Не, давай потом уже. Слушай, там мосты реально. У меня два топора. Давай. Есть? Да. Слава богу. Все нормально. Могу тебе бинт дать? Не надо, у меня нормально со здоровьем. Штаны могла бы дать. Нет, спасибо. Я слышу, как ты хомячишь. Это не я. Привет. А. О, еще кто-то, смотри, третий чувак какой-то. Офигеть, вот он. Здорово. Видишь, здорово. Офигеть. Я полечусь. Да у него 4 миллиона подписчиков, офигеть. Может быть, я даже в видео попал. 4700, не путай. Вообще-то почти 4750. Извините. Я округлил просто. Как-то ты округлил так в не лучшую сторону. Так, ребят. Прямо идем. Вот нереально идем тупо. Ребят, если прямо. Что, мы идем на Москву. Ура, на Москву! Скажи-ка, дядя, ведь не даром, да? Москва, спаленная пожаром, вон Турн этот дана, да? Антюрн! Не надо, Антюрн, у меня ушки вянут. Вон, там можно пройти, смотри, тут скалы. Слушай, очень красиво смотрится. Да, карта реально класс. Тут полная дратути. Тут такое дратути. Слушай, передо мной чувак, он так, знаешь, рывками появляется. Да, у меня тоже такое есть. Хорошо, давай до Москвы дойдем-то хоть. Он такой забавный, он такой зеленый. Блин, жалко, ты нож потерял. Да, жалко. Ну, не надо бросать на мосты его больше. Ну, откуда я знала, что тут мостик не пофигел? Да, как так-то? Да, Шуля, ну как так-то? О, мы скоро будем. Полная дратути, нас четверо. А когда будет новое видео? Когда? Когда? Скажи. Завтра. Да? Если быть точным, в понедельник, да. Ну, завтра да, же, да? Это очень круто, я рад. Покажу всем друзьям. Ура. Не забудь поставить лайк и подписаться. Хитро. Так, стопочки. О, а что там такое? Этот раз. Это член... Я прошу кто прощения. Кто себя плохо ведет? Я извиняюсь, я случайно. Я случайно кого-то ударил. Я хотел... Просто руки чешутся, да? Не. Давно просто не играли. Даже достижения в Стиме дали. А что тебе дали? Хикинг. А, типа... Слоняешься, что ли? Интересно, мы все тут помрем или нет? Мне это, знаешь, такой грустью прозвучало. Нормально. А что нам умирать? Хотя стоять около Брандита, когда он защищает всех. Представьте, что вы — это отряд самоубийц. Время охуительных историй. Да, я ходил, на премьеру. Вот. Че, я тут буду местный Харли Квинн? Да, ты будешь местный Харли Квинн. А ты будешь Джокером? Не, я не буду Джокером. Чего, ты же играешь Джокером? Я могу. Товарищ, что-то бегает, стенку. Не надо. Слушай, мы до Москвы вообще дойдем сегодня? Вот туда нам надо. Тут, получается, дорога типа окружной идет, а нам надо через леса. Через леса я иду за тобою. Значит, мне в Дотан возвращаться пора. Через года я включу снова Steam свой, чтобы залогиниться, вернуться туда. Да-тан. Кора не хватает. Да-тан. Да-да-да-да-да. О, Москва! Смотри. Где? Я вижу пока только деревья. Нет, уже Москва виднеется. Мне страшно, мне реально страшно. Я боюсь спросить, а почему... Гайсы так ускорились быстро. Наверное, всем хочется в Москву. Давай, быстро. А тупо наехали тут. Давай, сейчас. Нормально. Так, оп. Тихо. Эроина. Ты
когда слышу поп, тебе сразу, да? Да, ну знаешь, как автоматом, как патимейкер. Слушай, а где мавзолей? Ребят, а тут мавзолей добавили, вы не знаете? Ну, я думаю, да. Пошли поищем дядюшку Ленина. Так, аккуратно, рассредоточиваемся. Что? А, это небольшой, я думаю, это большой зомби. Что там у нас? Зомби. Мой баланс 52 рубля. Очень много зомби. Ох, ёпта. Ой, шире, они двигаются мухами. Лежа, учти, двигайся. Я могу просто по кому-то случайно попасть. Хорошо, что у нас здесь? Оп, тихо. Так лучше, мы победим эту машину. О, смотри, Кремль. Вон, вон справа за тобой, Дашуля. Вон, вон Кремль. Где? Вон, идем, 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 вон, вон. Видишь, вон башни цветные. Точно. Кто из вас мечтал возле Кремля сфоткаться? Давайте попробуем. Круто. Что это было, зомби? А что он упал? Вынес это его с одного... О, это вообще ништяк. Так, давай я буду идти первой, Олеж, потому что у меня этот бензопила бессмертная. Давай. А что ты думаешь, что она бессмертная? Потому что она читерская, ты же знаешь. О, мой Боже. Опа. Как раз Ленин. Смотри. Привет. Офигеть. Да, и сосиска. Что? Круто же. Нифига себе. Смотри, что сделали. Мне 2,5 рубля отдали. А что здесь такое? Лежа, ты бы меня бросили, да, типа? Не-не-не-не, вот мы с тобой тут. Дядюшка Ленин, вот он. Там дядюшка Ленин лежит, давай посмотрим, пойдем. Серьезно? Не знаю. Ребята говорят, что есть. Царь Пушка вот. Ничего себе. Ничего себе. Где дядя Ленин? Да, для... Вот тут, что ли? Че, реально? Ой, нет. Да. Че, а, да кто-то в них пострелял, я уже думала, тут они оживать будут. Жесть какая. Слушай, круто. Да. Офигеть. Слушай, можно, в принципе, сделать тут перерывчик, а уже в Москве... еще рано вообще-то. Рано? Ну давай еще. Да, ну надо еще, давай хотя бы Москву посмотрим. Там в Петербурге есть пуск в метро. Ничего себе. Метрополитен — это круто. Мне кажется, Питер надо... Да, я настоящая. Да, настоящая. Копия хорошая. Хай копия. Да, действительно, у меня волосы фиолетовые. Аккуратно. Аккуратно. Не, я... А что ж мне быть фальшивкой-то? А что быть фальшивкой-то? Самое настоящее. Завтра у меня тоже будет ролик на канале, поэтому, ребят. Еще круче. Двух известных видеоблогеров увидел. Вы вообще попадете тут. Топчик. Топчик. Аккуратно, ребята. Оп, тихо. Падай, падла. Падай нахрен. У меня все рывками. У меня тоже, да. Есть так, такое дело. Бродец. Так, что у нас тут еще творится? Что у нас здесь творится? Вау, вау. Ох, ты посмотри, сколько их тут. Уху. Может, тут дедушка Ленин ходит в виде большого зомби? Понаехали зомби. Нормально. Зачистка, знаешь, такая городская. Угу. У ребят есть бензопилы, но они что-то ими не пользуются. Бензина нет, наверное, да? А что ты взял, что у них есть бензопилы? Вон парняга с бензопилой ходит. Газировку бухает, слышь? Слышу. Да. Сейчас я только хочу понять. Подожди, но у меня она, по-моему, бесконечная. У меня 100% на ней написано. Странно. О, бинокуляр. Берем. Олежа. Ау. Я тут, я не уходил. Это большой зомби? Где, покажи. Или это маленький? Это маленький или большой? Да, это маленький, наверное. Да большой, ладно. Он выше просто рост. Ну это военный. Да, это военный. Оп, тихо. Посмотри, что тут в военном. Да-да-да, сейчас гляну. Вот еще один. Так, княженция. Граната красного цвета. Граната красного цвета. Ты словно с дальней планеты. Так, иди сюда. И газами светит. Глаза... Оу, там уж кого-то гасит. Не знаю, не знаю. Не могу знать. Да, давай. Рядом. Вау! Вау! Я убежал! Все, я убежал! Куда ты убежал? О, грабли! Даже грабельки! Я внутри дома! Вот я здесь. Поднимаемся. Давай, 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 давай! У меня есть огнестрельное, но у меня там нет вообще ничего. Там, по-моему, жестоко кого-то на ее самое чпокнули. Давай поймем, где, откуда. Оп, огнестрел. Где он гасит? Где они стреляют? Ляг, ложись, на Z. Z. Люк. Шуля, привет, я вот с той стороны кровати. Я вижу тебя. Я с той стороны кровати. Тебе дать что-нибудь? Покушать, например. Дай мне что-нибудь. Можно я просто подплыву к тебе под это самое? Вот. Привет. Шуля, привет. Слушай, не входи в меня. Почему? Подарки для бомжей. Тихо. Я не вижу, не слышу никого. Может, мы все-таки немножко
Пройдем туда? Давай, аккуратно. Давай, тихонько. Ты гуп-гуп-гуп-гуп. Молоток. Да мы? Да, молоток лучше, чем топор. Не знаю. Ладно, шупаю. Давай аккуратненько войдем. Тихо-тихо-тихо. Посмотрим. Тихо, тихо. Так. Там с тобой только топаем. Да. Что ты такой громкий? Пусти, пожалуйста. Так, это мы убили. Да. Да может, в соседний дом просто пойдем? Нет, нет, направо уходим. Давай за тобой. Стреляли откуда-то не отсюда. Так, ты смотри. Так, зомби вижу. Я смотрю, но вроде пока тихо. Я ребят не вижу. Мне кажется, их положили. Либо убежали. Так, тут чисто. Вон там человек. Где? Слева. У тебя оружие заряжено? Да, да нет. Вижу, 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 вижу. Ходит. Есть два пистолета, но не пустые. Так, давай пойдем. Короче, давай вот так обойдем, давай да. Давай пойдем, да. Блин, карта крутая, кстати. Там зомби сейчас возьмем. Подожди, подожди. Я что-то надо найти. Зомби-зомби сейчас убью. Давай, я возьму его. Все нормально. Пошли. А тут не перепрыгнуть. Просто здесь главное в тупик не попасть. Здесь слушай, сюда. Так мы из дома можем выпрыгнуть. Смотри, вот тут. Вот, вот, вот. Выпрыгнешь, сломаешь ногу. Вот, подожди, смотри. Мне. Давай. Окей. Куда вот здесь, хоть? Вот тут вот можно выйти. Ой! Нас? Нет. Нет. Где-то дальше. Выходим тогда, давай. Через дверь, через давай. Окно. Давай. Сюда. Вот, вот убитых, смотри, сколько. Лута сколько. Так, убегаем. Да, бежим, это наши бежим, ребят. Бежим, бежим. Наши ребят. Блин. Подожди, бежим, я бежим, хочу бежим. Посмотреть инвентарь. Может, я смогу. Блин. У меня есть одежда, но ты же ее не возьмешь. Я понимаю. Беги сюда. Пошли, все, туда, уходим так, за здание. Не, дай я посмотрю инвентарь, пожалуйста. Так. Как менять оружие? Я зашла, здесь? Я зашла. Квип, ага, вижу. Я тебе. Вот, возьми, пожалуйста, штаны и кофту. Ты сможешь больше носить. Добро. Пошли. У меня есть винтовка, но я не знаю, заряжена она или нет, сейчас проверю. У меня есть патроны. О, есть, да, заряжено. Идем, идем, идем. Пошли, если что, вольнем его. Ну, он со снайперки, я так понимаю, да? Где он? По крайней мере, сглушить. Не вижу его. Походу, убежал уже. Угу. Но он был весь в черном, точно. О, это ты? Нет. Уходим. Сверху, сверху, сверху! Вон там, видишь, настройка в воздухе висит? Вижу, вижу. Справа, слева, совсем. Беги за мной, просто беги за мной. Бегу. Вон там зомби сагрились. Поэтому не гаси. Ау! Попали, ау, вижу, ау, ау, вижу, у меня есть этот. Тихо, тихо, тихо. На, сука. На, быстро бери. Давай. Быстро бери, быстро. У меня 58%, я еще жить не могу. Перемотайся лучше. Сейчас. Давай, ублюдок, быстрее. Перемотался? Сука. Да. Все, уходим отсюда. Давай. Все, мы из Москвы, как говорится, убегаем, да? Да, все, хватит с нас Москвы. Посмотрели. А что это там наверху такое? Мы не до конца ее посмотрели. Я понимаю, но там, ты видишь, сколько агрессивных да, еще да, ребят да. Положили. А что это такое, смотри. Это турели! Это турели, уходим! Уходи! Вот тут турели автоматически! За мной туда, направо, направо. Нахера я еще хилился, дебил, а? Ладно. Если что, можешь раздеться, или я сниму одежду. Фу, хорошо. Так, давай через мавзолей. Сейчас, я не могу так быстро бежать. Давай я тебе дам какую-то одежду, перемотаю тебя. Давай посмотрим, что у меня есть вообще. Иди давай. Сюда лучше. Иду, иду. Так, что он... Откуда? Слева, не... слева. Да я... Все. Били? Да, профи. Опять? Уже второй раз, по-моему, да. Выжди, вон он с горы спускается, зеленой части. Все. Молодец, профи. Молодец. Профи, ты такой Молодец, профи. Блин. Где я вообще? Я рядом, но я думаю, что уже вот можно сделать небольшой... Да, такой... уже можно заперерывиться, наверное, да? Хотя, давай сейчас встретимся, сделаем. Давай пока бежим. Что ты мне скажешь? Неплохо, неплохо, но надо как-то тюрельки убрать. Это вообще задница. Тюрельки, да, потому что если ты строишь свою базу, то, ну, как расти практически. Это уже раст, да. Это там турели раст. Есть, тут тюрели. Турели, тюрели. И при том, нет, интересно, но, конечно, карта очень большая, ее не за одну, даже за две серии, я думаю, не посмотреть. Да, это нереал вообще. Вон там, там тело бегает, я вижу, он это там. Это я, наверное. Нет, по дороге. Возле меня? Нет. Возле там тебя. По дороге, да, возле меня был. Вообще, в принципе, можно посмотреть карту. Вот если мы соберем много лайков, ребята, давайте вот поднапрягитесь. Нам давайте, ребят, 10 тысяч лайков, следующий ролик. Все очень, да. Очень простые требования. Не, ну меня можно поменьше. Сложности. Хотя мне было бы все равно приятно. Ну, неважно, в общем, я тоже хочу посмотреть эту карту. Ой, тут зомби на кого-то сагрились. Угу. Зато я за серию уже насобирал 67-50 рублей. А как ты? А у меня 92. Какого перепуга? Ты хочешь, чтобы я с тобой поделилась? Да, поделись, пожалуйста. Нет. Я плыву, давай возле маяка встретимся и закончим. Давай. Кстати, мы на маяк не ходили наверх, да?
Да, ты хочешь подняться, думаешь... Я боюсь, что там, наверное, закрыт. Хотя, давай глянем. По-моему, это построено вручную. Маяк ручной? Нет, вручную, смотри, подъем. Ручной маяк. Сюда надо либо... я не могу запрыгнуть. Тебе не хватает выносливости. Подожди, так можно здесь вот, подняться? Вот, смотри, вот здесь, да. Как люди грамотные поднимают. Пока. А что это там торчит? Это лут, наверное. А, или это те же настройки. Вам выдали 10 рублей за присутствие. Да. Я как Бендер. Никто не сказал, что я Бендер. Ты Бендер. Олег. Спасибо. Бендер. Олег есть... Бендер, да. Что же шумит? Там закрыто. Зомби там? Закрыт. Шулька, там закрыто. Ты спустился? Да, я спускаюсь аккуратно вниз теперь. Учти, там, по-моему, зомби будут сзади. Нам повезло определенно. Молния в пукане присоединился. Молния в пукане. Ты спустился? Нет еще. Спускаюсь. Боюсь, там зомби, по-моему. Да нет тут никого. Серьезно? Да. Вон там два человека, смотри, вообще. Два или три человека вон там на пляже тусит. Может, это наши ребята? Ты думаешь, что-то я сомневаюсь в этом? Я тоже сомневаюсь, поэтому давай будем просто заканчивать. Уже как раз вот смотри, солнышко садится. Они как в мультиках, знаешь, дешевые анимации. Так тук-тук-тук-тук. Туда-сюда перешли. Туда-сюда? Окей. Все, ребятки, ставим лайки и будем дальше изучать карту Раша. Вместе с вами. Карту Раша. Карта Раша, друзья мои. Ой, все, до скорых встреч. Покедова. Всем чао-чао. Пока-пока.